Двигатель 1,7 бензиновый, 85 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Передний привод. Машина 1985 года выпуска. Ну что тут скажешь, новый амбициозный проект. Стоял этот немецкий фургон почти на заднем дворе немецкого же посольства в Москве. Оригинальный цвет – олива. Возможно, использовался в армии, но, увы, история до покупки его в Мытищах предыдущим владельцам не сохранилась. Бывший хозяин хотел сделать реплику санитарной машины, но у него руки не дошли, он его только спас из Мытищ и хранил для нас с любимкой. Спасибо ему за это. Итак, для тех, кто не в курсе, это VEB Баркасерки Баркас B1000. По сути, единственная модель данной марки, которая почила в БОЗе с разрушением всем известной стены в Германии. Производство было создано на базе национализированного правительством ГДР автозавода компании Фрамов Карл Маркс Штатте, ныне Хемниц. Завод входил в состав в индустрии Вербанд Фахржугбау, сокращенно IFA. Двигатель Уартберг 311, бензиновый, 1 литр, 3 цилиндра, 2 такта, как на мототехнике, мощность 45 лошадиная сила при 103 ньютона-м. В бак заливалась специальная смесь из бензина и масла. Разгон до 100 км в час 32 секунду. Привод передний. Подвеска, полностью независимая всех 4 колес, торсионная с амортизаторами. В целом это все отличительные особенности. В остальном это обычный бескапотный цельнометаллический фургон на раме. Но с очень интересной харизматичной внешностью, чем и подкупил меня. Основная задумка – создать на его основе фудтрак. Если по-русски – автолавка. Если по-простому – фургончик для продажи кофе, хот-догов, мороженого, пончиков и всего, до чего мы додумаемся. Оформление будет в ретро-стиле. Красивый и яркий фургончик должен получиться. Так что если вы фанат заводского состояния, и любые переделки вызывают у вас неконтролируемое жжение в области чуть пониже спины, то лучше не читайте бортовой журнал, для вас это будет только огорчение, а мне слушать нытье на тему, какую машину испортил и исколхозил, неинтересно. Впрочем, не особо упоротые стокеры могут пойти на сделку со своей совестью и решить, что мы просто делаем реплику экспериментальной машины, которая была на заводе в 69-м году, ибо